2001. Я откуда знаю? Надо считать. В 2014 году. Я не помню. В 2016. Чё, ё-моё, сейчас, подожди, сейчас я вспомню. 2005 или 2004 год? Я не помню. Да. Серебряная медаль. Неплохо. Ну как хорошо, относительно. У нас, знаешь, как учился на тройке, но когда сдавали ГИА, вот это понял, в итоге отличницы сдали плохо, а я как, ну, отличник. Да очень плохо вообще. Я спал на уроках. Я любил больше всего литературу, потому что там она рассказывала, я хорошо засыпал, короче. Очень плохо. Но не получалось учиться. А что, если я в школе вот так вот учился, понял? Ну, с переменными успехами. Большая медведица? Это звезда? Звезда? Ты откуда я знаю? Звезд вообще много. А что, у них есть название, что ли? Если бы я знал бы еще хоть одно название одной звезды, я бы тебе сказал бы на бум. Ой. Луна? Не, ну ты говоришь легкие вопросы, я такого в школе не учил точно. Не, ну я здесь сегодня хороший. Давай пропустим это. Ну, солнце. Ну нет, оно на самом деле, это мы так думаем. Солнце? Но. Блин, ну я не знаю, Венера. Ну Луна же, не? Марс, Юпитер, может, не? Сатурн, что ли? Давай пропустим. Если углубиться в этот вопрос, то не солнце. Представь, это звезда, что ли? Это же светило. А солнце это разве звезда? Это же светило. Я думал, планета. Это же светило. Я подумал об этом, но нужно просто разграничить тогда, что такое звезды, что такое планета. Это же светило. Ну окей. Скажу солнце, чтобы не выглядеть тупым, но возможно, это не солнце. Представь. Стыдно аж мне стало. Газ в пол, следующий вопрос. Ну, либо большая белая акула, либо есть между акулой и китом. Водяные они считаются хищниками, да? Слон, белый медведь. Нет? А кит считается? Это этот, что ли, акула? А это водяная рыба? Кто большой и водяной плавает рядом с тобой? Давайте буду я. Не касатка, как-то она называется, в общем. Акула нет, да? Потому что акула не такая большая. Большая белая? Ну, крокодил, что ли? Большой размер имеется в виду? Ну, вообще-то белый медведь, так-то по факту. Какая-то рыба большая. Это же самая большая, которая просто рот открывает и такая... И у нее еще из головы бьет фонтан. Кит? Больше кита вот эта херня, которая еще прыгает так... Ну, кашалот, а кит? А, ну, кашалот, да. Ну, я же тебе сказал, кит. Кашалот, я даже не знаю, что это такое. Честно, не знаю. Кашалот? Фу, слава богу, а то я думал, я вспомнить не могу, я просто не знал. Кашалот, надо запомнить, кашалот. Что за кашалот? Я первый раз это слышал вообще. Песня была, кашалот и что-то там. Он, получается, и кораблеед, и людоед. Ну, он же этих есть, как его, этих котят. Водных котят, это как называется? Ну вот, морские котики, да. Подожди, если... Еще раз. Раз, два, три, четыре. Сейчас подумаю. Тысячу, значит? Чего? Пять, шесть, семь, восемь. В одном метре? 100 сантиметров, правильно? 9. 10. 10 сантиметров. Значит, 10 тысяч, наверное. Не? Значит, 1000 тысяч, наверное. 1000 на 100. 100 тысяч. В одном метре 100 сантиметров и умножить на 1000 получается 100 тысяч. 100 сантиметров – это метр. Берем 100 сантиметров. Зачем нам 100 сантиметров? Нам что надо сделать? 100 тысяч. Миллион? 100 тысяч? 1000 шагов умножить на 100 сантиметров. Ну просто сам понимаешь, не все так быстро. 100 тысяч сантиметров. Да. Фу, боже мой. Сейчас я скажу, это я знаю. Я думал, мы приедем, это типа корпоратив. Мы кушать будем, посидим, пообщаемся. Вы опять мой мозг начинаете. Бразильский. Английский. Латинский. Испанский, по-моему. Футбольный какой-то они там. Так, так, так.
А почему мы должны про них знать? Пусть они про нас знают, я не знаю. Бразилия – это была когда-то не Бразилия, правильно? Бразилия – это была когда-то не Бразилия, правильно? Они живут в Бразилии, но официальный язык у них не бразильский получается. Бля, ну не знаю. Бразильский. Хорошо, а что у них все не по-людски? В России какой официальный язык? А у этих улумбулов почему не по-нормальному все? Подожди. Криштиану Роналду у нас из... Только начинает мозг работать, понял? Бля, вчера вспоминал, сейчас забыл. Сейчас, подожди. Португальский язык получается. Бразилия. Завоевали ее либо испанцы, либо португальцы, да? Два варианта. Это было во время, ну, там, это вот эта вот вся эта католическая история там, да? Ты, по-моему, это испанцы сделали. Нет. Я вижу по твоим глазам, что неправильно. Португальцы. Португальцы завоевали и всех, и, короче, этот, сделали колонии. На самом деле, португальский изначально, так как португальцы завоевывали Бразилию, но они говорят на портиш, это наречие португальского. Теперь ты знаешь, да? Португальский, это я не знал точно. Португальский? Мне всегда нравилось, очень красиво говорят, и я понимаю немножко. Я так понимаю, с подвохом. А подожди, мне отчество нужно. Саша, что ли? Сергей. Александр Сергеевич Пушкин. Сергей. Ну, по-братски. Подожди. Алексей. Это очень легкие вопросы. Сергей, бля, в натуре такие легкие вопросы. Ну, если Александр Сергеевич, то, наверное, Сергей. Я просто тоже Сергеевич, поэтому это легкий вопрос для меня. Ну, батя у него Сергей получается. Может, он Сергеевич, да, соответственно? Все правильно. Хорошо, что я думать умею. Хорошо, что я умный. Сложный вопрос. Сегодня вот сюда еду, смотрю мой дом, смотрю перед моим домом другой дом, запомнил их цвета, закрываю глаза, хер пойми, какие там цвета были. Братан, ну... Считать не хочется, если честно, лень. По-моему, 7 или 6. Я не знаю. То есть я знаю, но я не буду говорить. На самом деле там 7 или 8. Каждый охотник знает, где сидит фазан. Ну, 7? 7. 7. 7, наверное. Я подслушал, если честно, пацаны там. 7. Ну. Да 7. Что город чего? Какой? Таллин. Таллин? Еще раз. Таллин? Я, конечно, знаю, но я хочу поприкалываться, поэтому я не скажу прям сразу так. Ладно, не знаю. География и история – лучшие мои предметы. Ну, давай импровизировать, наверное, и Таллин. Это европейская или не европейская страна? Европейская, да? Я вообще первый раз этот город слышу. Таллин. Что-нибудь Италия? Египет? Венесуэла. Аргентина? Я не знаю, честно. Эстония, Латвия. Хорошо. Не знаю. Эстония. А, я вот честно, такие вопросы вообще с географией плохо у меня. Таллин – столица Эстонии. Я выигрывал там Кубок мира по дзюдо, поэтому я это хорошо помню. Откуда я мог знать? Эстония? Отвечаю, клянусь, я угадал. Когда кидаю локоть, я не знаю, куда его кинул. Он попадает, знаешь, вот и тут хренакс. Еще раз, это подвох какой-то. Кому подарили? Соединенным Штатам. А кто? Не прокусить тебя. Великобритания, может быть, да, там, нет? А кто еще может? У кого там бабки еще есть? Россия подарил. Негры. Что за легкий вопрос, ребят? Франция. Помню, что что-то там связано с Эйфелем, с Эйфелевой башней, с Францией, с Парижем. Ну, Франция. 2700 в каком-то году это сделала Франция. В Европе. Франция? Франция, да, походу. Да, я так и думал. Элементарно, Ватсон!
вот со звездой ты меня в тупик застал. Я же чемпион. Что бы я ни делал, вот где бы я ни был направлен, все, я там должен быть лучшим. Однозначно. Вот поэтому по жизни я такой. А вот на солнце, прикинь, лоханулся. Самый легкий вопрос, и я в зал облажался. Честно, не оцениваю, не знаю как. Я, знаешь, я жизненного опыта все беру. Учиться надо. Просто я пошел по спорту, видишь? Блин, ну прикольно. Если бы я немножко был подраскрепощеннее и побольше вопросов, и они бы были такие бы, знаешь, совсем такие, знаешь, сложные, я бы такое бы мочил бы, вы бы офигели. Братец, ну я очень давно в школе не был, поэтому я думаю, что это нормально. А можно будет все вопросы, на которые я не ответил, вырезать меня оттуда? Тогда меня не будет в выпуске, да?